Приближаются новогодние праздники, а это значит, что подарки, хорошее настроение, внимание родных и близких вам обеспечены. Новый год – это время чудес. Узнаем, чего хотят солигорчане от этого праздника и что они попросят у Деда Мороза и Снегурочки. Это «Елки-иголки». Девчонки, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Яна. А вас? Вероника. Как Новый год планируете отмечать? В кругу семьи. А вы? Тоже. В чем будете на новогоднем празднике? В платье, наверное. Будете красивые и нарядные, да? Да. Понятненько. Ну что, у меня для вас вопрос. У нас небольшая викторина. Кем приходится Снегурочка Деду Морозу? Внучкой. Точно внучкой? Да. А может, дочкой? Внучкой. А может, наемный работник? Как-то намного слишком работает до Нового года. Вам не кажется? Нет. Нет, не кажется. Ну, это правильный ответ, девчонки. Спасибо большое за участие. Вы можете воспользоваться случаем и поздравить своих родных, близких с наступающими праздниками. Поздравляю всех своих близких и родных с Новым годом, Рождеством. Может быть, друзей. Всем счастья, любви, что все были счастливы. Что все было хорошо у всех, правда? Спасибо, девчонки, за участие. Спасибо. Здравствуйте. Может быть, поучаствуете у нас в викторине. Давайте. Как вас зовут? Кирилл. Кирилл, меня зовут Полина. Как вы думаете, кто я? Снегурочка. Правильно. Я могу предположить. Попробуйте повторить скороговорку. Сенька везет Саньку с Сонькой на санках. Сенька везет Саньку с Сонькой на санках. Ну, вроде бы так как-то. Похоже, отлично. Можете теперь воспользоваться случаем и поздравить кого хотите с наступающими праздниками. Ну что, конечно, хочу поздравить весь Солигорск. В частности, вот тетю Таню. Всех знакомых, всех, кто меня знает. Ну и, конечно, родителям своим. Ну и пожелать всем в наступающем году, который будет. Ну, чтобы он, если были какие-то беды, они остались в старом году. Ну и с новыми желаниями и счастьем зашли в 2017 год. Спасибо большое за участие. Это вам небольшой презент. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Как будете Новый год отмечать, Ирина? Дома. Что у вас будет на праздничном столе? Ну, как обычно. Ну, а да. В чем будете отмечать? Ну, платье есть. О, это правильно. У нас небольшая викторина. Подскажите нам, пожалуйста, какой следующий год по восточному календарю? Ну, год петуха. Правильно, это правильный ответ. Спасибо за участие. Можете поздравить своих родных, близких с наступающими праздниками. Ну, я поздравляю всех моих родных, близких, мужа, детей, сынулю, дочушу, всех-всех-всех родных, которые в Витебске, в Мурманске, в Москве. Короче, всех с наступающим Новым годом. Спасибо вам за участие. И напоследок еще один вопрос. Как вы думаете, какой высоты наша елочка на площади? Вот какова ее высота? Может, 33 метра? Ну, немножко не угадали. Но зачтем вам первый ваш ответ на первый вопрос. Небольшой вам презент. С наступающими праздниками. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо. До свидания. Как вы думаете, какой персонаж? Снегурочка. А может, Дед Мороз? Точно, Снегурочка? Конечно. Хорошо, поучаствуйте в нашей викторине. Вспомните какие-нибудь песенки, связанные с Новым годом. В лесу родилась елочка. Отлично, еще. Новый год есть песня тоже такая. Кто поет? Не помню. А смотрите СТК «Музыкальное поздравление». Да. Там у Кадышева есть песня, знаете, какая? Снег летит, снег летит и летит. Нет, не знаю. Вот теперь будете знать. Да. Ну что, спасибо вам большое за участие. Вам небольшой презент. Спасибо. И можете поздравить своих родных, близких с наступающими праздниками. Хочу пожелать своих родных и близких. Хочу им пожелать главное здоровья и удачи в жизни. Всего хорошего. Поздравляем всех родных, близких, всех граждан города Солигорска. В общем, хорошо встретить Новый год, здоровья в новом году, чтобы у всех все мечты сбывались. Спасибо вам за участие и вас наступающим. Это «Елки-иголки». Вот такие интересные, а порой неожиданные ответы, пожелания и поздравления наших солигорчан. Только для вас хорошая музыка на Солигорском телевизионном канале.